Идите сюда. Погнали. Чё там? Я вот оттуда шел, туда. Там тут песок прям сразу въезжает. Ага. Вон оттуда, туда, туда. Да, под спуск и подъем тут, конечно, крутой. Даже очень. Раз. Раз. Так, вот тут главное не улететь. Ничего, нормально. Ух ты, блин. Ой-ой. Оп-оп-оп. Корм сегодня для рыбалки будет Дунаев лещ крупный и фидер речь река. Такие две пачки. Замешал корм. Получился он увлажненный. Но сейчас он еще постоит. Я думаю, будет в самый раз. Потому что течение здесь быстрое. Пылящую прикормку здесь нет смысла делать. Время 4 часа 26 минут. Ну, первый заброс, погнали. Первая поклевка. Первый подлещик. На червя. Как крупная фракция будет сегодня перловка с горохом. Вчера заварил. Горох такой мягенький получается. И буду в кормушку добавлять по чуть-чуть. Ловить буду на 2 фидерных удилища. Вот, на 2-й фидер сейчас поставлю пока горох. Ну, 2 заряжены. Думаю, хватит. Нам туда не надо. Давай к берегу лучше. Хорошо, нет. Ну, кто там? Ух ты, лещара опять.
Иди здесь сюда. Тихо, тихо, тихо. Второй уже на червя. Покрупнее. В том, наверное, грамм 800, а в этом уже под 1,5 точно. Добавляю еще в корм вот такую кукурузу. Любую можно. Прям не стесняясь. Можно смело 0,5 банки. А это вот оставить на насадку. И получается вот такая кукурузная кормушка. Ну, а кукуруза река несет, рыба любит ее. Приходит, стоит, кушает. Только хотел перезабрасывать, а там какая-то рыбешка. Ага, подлещик. Есть подлещик. Вот такой маленький. Два лещика попалось вот на червя. Пока что перловка, опарыш, все остальное молчит. Вот ловится на червя. Да, ну, маленький. Маленький? Да. Так, оснастка. Получается кормушка вот такая, 100 грамм. Аллигатор, сетка, скользящий груз. Здесь идет бусина. Потом идет, ну, вот столько вот фидергама, сантиметров 20 вставочка. И сантиметров 20 поводок. Крючок, червяк, больше ничего тут нет такого. Вот червь еще вот живой, его нужно чуть поправить, и все.
На червя. Ага. Вообще ни одной поклевки не было на опарыша. Крючок. Вот такой примерно. Леска, диаметр 0,12. Крючок небольшой. Так. Ну что, достаем уловчик, да, Саня? Что там у нас? Ну, такая вот сегодня рыбалка на оке. Поймал, конечно, и одного леща, и подлещиков. Вот. Рыба сегодня какая-то не особо активная, но все равно свою рыбу мы уговорили. Всем пока!